О чем мечтаешь? Спросила Саша, руководитель детского фонда Оксана Овчинникова, когда впервые встретила их с мамой на спектакле. Хочу хороший компьютер, ответил парень. Так он сияет. Мы когда уже сообщили, получается, что компьютер уже закуплен, и что только осталось дату дождать. Саша эти дни ходит, улыбается. 2 года назад районная соцзащита решила направить для занятий с мальчиком своего IT-специалиста. И вот уже 3-й год Владимир Зюзденцев помогает ему освоить компьютер, который на время выдали в школе. Начинали с освоения простых программ Word и Excel, а сейчас педагог и ученик вместе пишут музыку и планируют создать анимационный фильм. Есть у Саши и другая мотивация. Мама воспитывает их с младшей сестренкой одна, да еще платит ипотеку. Ему бы хотелось освоить 3D-графику и когда-нибудь начать зарабатывать в онлайне. Я еще тогда подумала, что разговариваю вот не с ребенком, а с таким очень сильным человеком, прям сильным мужчиной, который не просит какой-то такой помощи, что вот купите мне там iPhone или еще что-то, чтобы вот я чувствовала себя крутым, а просит то, чтобы потом помогло его семье. Крутая с подсветкой мышка, процессор для 3D-моделирования, мощная видеокарта. Специалист Ростелекома Виктор Ветлугин при сборке стремился к оптимальной конфигурации компьютера с учетом запросов мальчика. Выбрали платформу AMD, 6-ядерный процессор, 12-поточный, видеокарта на 8 гигабайт памяти. Планы у Саши Лощинина с появлением новенького компьютера большие. И все благодаря друзьям, которые у него появились. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.